Ребят, всем привет! Сегодня на обзоре у нас, смотрите, вот такие комплекты батареек. Люди некоторые покупают в России, ну, конечно, если надо срочно, экстренно, то понятно, что нет времени ждать, купят. А у кого есть время подождать, либо не хотят отдавать какие-то бешеные деньги, вот, можно заказать с Китая целыми комплектами. Стоит этот комплект, допустим, дешевле, чем одна батарейка в России. Соответственно, я думаю, выгода налицо. Ну, допустим, для примера, здесь у нас заказаны LR41 батареечки, 10 штук, а здесь CR2032, то есть в различных пультах ДУ используются, ну, на обзорах у меня были различные пультики, то есть, допустим, для RGB лампы, светодиодной ленты RGB, пульта дистанционного управления для компьютера и так далее, используются, ну, 2025, 2032, там размер практически один и тот же. Если подходит, можно и такую установить. Не подходит, можно заказать любую вам необходимую. Эти литиевые, эти щелочные Alkaline. Ссылочки будут в описании, как обычно. Переходите, смотрите. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра и позитива. Пока-пока. Ребят, всем привет!